Я вас вітаю в ефірі «Вісті. Тема дня». Для вас в студії працює Анна Черненко. І сьогодні ми продовжуємо цикл наших програм про духовність. Сьогодні ми будемо говорити про те, що літо – це час для знайомства дитини з духовністю, наприклад, у церковній школі чи таборі. І в нашій студії наш постійний гість Олександр Гарькавий, пастор церкви євангельських християн-баптистів. Добра звістка. Мої вітання. Добрий день. І, власне, ось хочу почати з того, що літо – це час для такого собі не просто відпочинку, а неспішного розвитку. І гаяти його, я думаю, не варто. І сьогодні дуже правильно те, що батьки відправляють дітей до певних розмовних таборів, до якихось спортивних таборів. Але сьогодні я хочу, щоб наш гість розказав нам ще про можливість вчитися духовності для дитини, для підлітка. І ось перше питання, яке я для себе сформулювала у цій темі, чому все ж таки важливо з дитиною говорити про Біблію, про Бога, про духовність саме з дитинства? Адже ми всі пам'ятаємо, ми часто про це говорили, що для баптистів хрещення, воно настає і до нього приходять у свідомому віці, коли вже людина доросла. Тож чому з дитинства треба? Значит, надо с того, что святое водное крещение и изучение Библии – это разные темы, хотя они связаны между собой, это очень важно. Но изучение Библии, это можно было бы сравнить как вот учеба, да, а крещение – это как уже, скажем, профессия, потому когда дети учатся, то они еще не знают своей профессии, не знают будущего, но это не исключает, что не нужно учиться. Потому есть науки гуманитарные, есть науки, конечно, и важно понимать, что есть духовная наука, духовные законы, которые не людьми придуманы, не людьми установлены, как естественные науки, законы имеют, так точно и духовные законы. И люди не могут поменять эти законы. И потому, большому вот, сожалению, не зная законов, не освобождают людей от ответственности. И что я хотел бы сказать, что Библия – это Божье откровение не только о самом Боге, это и закон, который Бог открывает, духовные законы, но это и инструкция для человека, инструкция жизни человека. И понимаете, большому, вот можно такому сказать, порой сожалению, когда люди что-либо покупают, да, там какую-то вещь или агрегат, начинают пользоваться, а инструкцию начинают читать тогда, когда что-то уже сломалось. Но дело в том, что завод-изготовитель не несет ответственность, если человек начинает пользоваться вещами, не ознакомиться с инструкцией. Но когда это дело вещей, то можно, скажем, без гарантии что-то отремонтировать или новую купить. Но что касается жизни. Ведь жизнь невозможно поменять. У человека одно детство, у человека одна молодость, у человека одна жизнь. И вот печально, когда люди к Библии начинают обращаться тогда, когда уже разрушенная жизнь, разломанная семья, разрушенное здоровье, когда разрушена психика детей. И тогда даже не все люди начинают искать, а в чем суть проблемы. А вот Господь нам подарил книгу Библию, Слово Божие, которое является откровением, инструкция жизни человека, как устраивать жизнь, как устраивать семейную жизнь, как воспитывать детей, какие должны быть взаимоотношения. И когда мы говорим о том, что уже взрослому человеку знакомиться со Словом Божьим, то уже основания жизни утеряны. И потому очень важно, об этом даже говорит Библия, о том, что нужно с детства человека приучать или, сказать, воспитывать на основе духовных правил и законов, на основании Слова Божьего. Потому с детства, конечно, ребенку нужно закладывать учение Слова Божьего. К тому же еще можно сейчас сказать, что если ребенку не дать вот, основы Слова Божьего, то у него нет выбора впоследствии. А чего выбирать?
А когда мы дали человеку ознакомление со Словом Божьим, он получает еще знания гуманитарные, он получает знания естественных наук, он знает Слово Божие, тогда у него появляется и выбор в своей жизни. А если ему не дать, конечно, вот знания Слова Божие, знания Библии, то выбора у него, собственно, нет. Он будет жить по тому образу, который он видел, ну, где? В школе, в мире, в этом. Потому очень важно и необходимо уже с самого, скажем, детства дать человеку знания, правдивые знания, вот, з откровення Слова Божого. Дякую. Я одразу хочу спитати таке практичне питання, да, чи працює при вашій церкві, при Добрій Звісті, якийсь дитячий підлітковий напрямок? Чому питаю? Тому що дійсно глядачам може стати цікаво. Ми поговорили про знайомство, а де ж може відбутися? В кожній церкві, де є сім'ї і є діти, там буде організовано і дитяче служіння, тому що приходять батьки, як правило, батьки приводять дітей в церковь, то если в церкви есть дети, значит будет детское служение. Если в церкви есть подростковое возраст детей, там будет подростковое служение. Где есть молодежь, там будет молодежное служение. При каждой церкви, там, где есть семьи и дети, там будет и организовано это служение. Ну, в разных церквях будет, в зависимости от количества детей, это могут быть разный возраст детей. Конечно же, каждая церковь, и в том числе и наша церковь, старается для детей организовывать какие-то, скажем, кружки, какие-то вот, классы воскресной школы для того, чтобы дети могли, прежде всего, научиться дружить между собой и также эти же лагеря точно так же организовываются для детей. Зрозуміло. Я хочу спитати, ви знаєте, ось це питання, воно таке дискусійне, про нього багато говорять, його обговорюють. А з якого віку, на вашу думку, варто починати знайомство дитини з Біблією, з духовністю, з Богом? Чому про це питаю? Тому що дуже часто читаю на форумах про те, що замала дитина, вона не зрозуміє Біблію. Іноді дорослі кажуть, що не розуміють. І ось як бути тут? Що б ви сказали таким людям? Думаю, що ошибка взрослых в том, что они считают, что дети ничего не понимают. Наверное, почти что все дети имеют возраст, условно назовем его «почемушка». У каждого ребенка есть такой возраст, когда у него целый поток вопросов. Почему, откуда, зачем? Есть возраст у детей, когда им хочется все делать. К большому такому вот сожалению, когда взрослые в этот возраст пропускают у детей, и потом, когда проходит этот возраст, а буквальным образом старшие дают по рукам детям, им хочется делать, но они не умеют делать, и они что-то не делают, а наоборот ломают. А это именно тот возраст, когда ребенка нужно учить, прививать труду. Но есть же возраст у детей, когда они буквальным образом, им все интересно. И знаете, что вот Господь так сотворил человека, что в этом возрасте ребенок, он не понимает такие, знаете, двухсмысловые какие-то понятия. Он не понимает даже шутки. Он слова взрослых воспринимает очень серьезно. Ну, такой типичный вопрос, ну, пример можно привести. Когда ребенок спрашивает, откуда я, а где я взялся, да? И вот родители или шутку говорят, или, может, на полном серьезе они говорят, там, капусту нашли, или там, скажем, аист принес. Но они не задумываются, что ребенок воспринимает их слова как, ну, как истину стопроцентную. Затем над ребенком старшие начинают, ну, немножко подсмеивать. Если ребенок, ну, говорит, вот мама сказала, что меня нашли в капусте. Старшие понимают, что это уже ребенок верит какой-то глупости. И таким образом получается дезинформация. И ребенок подрастает, понимает о том, что или он живет в мире шуток, где, или в мире обмана.
И этот возраст, когда у ребенка уже возникает любопытство и интерес, очень важно ребенку говорить истину и правду. И вот когда мы читаем тексты Священного Писания, Библию, да, то в Библии прямо вот сказано, Господь говорит то, что нужно сказать детям, то, что нужно детям, наверное, сказать истину. Вот Псалом 138 мы читаем, пишет вот Давид: «Славлю тебя, говорит он Богу, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Когда мы читаем Библию, то Господь прямо открывает о том, что нужно говорить детям, о том, что дети не случайно появляются. Они через рождение, утробы матери, приходят в этот мир, что ребенок не случайно появился, что очень он важен в этом мире, для него есть какая-то определенная Богом назначенная миссия, которую он должен выполнить. И когда с детства закладывают вот это, как бы сказать, понимание жизни, что жизнь очень дорога, она очень ценна, она очень важна, ее нужно беречь, ее нужно хранить. А ведь поймите, что сейчас же несложно через средства массовой информации посмотреть, сколько погибает детей. Особенно подростковом возрасте, сколько ребят от 17 лет и там, до 20, сколько, почему? А потому что нету, ну, скажем, оценки жизни, люди не знают своего предназначения в этом мире, потому что с детства не заложили этот фундамент. Когда ребенок интересовался, над ним шутили, просто говорили какую-то неправду, ложь, и ребенок так и воспринял, потом приходит какое-то состояние депрессии, уныния, и что человек в этом, ну, не подготовленный к жизни, не подготовлен к правильным вопросам жизни. Поэтому, когда мы говорим, с какого возраста нужно закладывать, с того возраста, когда ребенок начинает интересоваться, когда он задает вопросы, ему нужно давать правдивые и точные ответы. И это очень важно помнить своим родителям. Неправильные ответы, впоследствии ребенок теряет веру своих родителей, потому что ему говорили неправду, и нет основания, что и в дальнейшем будут говорить правду. И потому нужно говорить ребенку точно, правда, на детском языке, чтобы он был, было для него понятно. Но ребенок воспринимает так, как говорят, так он и воспринимает информацию. Дякую. Ви знаєте, дуже, як на мене, така цікава інформативна відповідь, тому що за таким, здавалось би, філософським питанням, да, потяглося такі серйозні речі. Я далі хочу спитати вас, дуже часто батьки сумніваються, чи приводити дитину до певного духовного табору, релігійного якогось такої школи, да, центру. Чому? Тому що вони самі не віруючі, вони самі не баптисти. Ось чи радили б ви батькам в таких сім'ях приводити дітей для знайомства? От їм хочеться показати світ, можливо, так? А вони сумніваються, чи зрозуміють їх там, чи, можливо, якось будуть переконувати, да, прийняти ту чи іншу сторону. От як, на ваш погляд, такі родини, такі батьки з дітьми, чекаєте ви їх? Дати совет – це нести відповідальність перед Богом, перед людьми. Тому я дуже осторожен в советах, але що я мог би сказати? Я мог бы сказать, ну, первое, нужно знать родителям, куда они дают ребенка. Нужно точно. Если это церковь, то у каждой церкви есть устав. И церковный устав, в уставе все отражено. Отражено деятельность церкви, чему она может учить, не может учить, потому это очень важно. Ну, скажем, государство тоже контролирует церковь. Почему? Я считаю, что это необходимо, потому что мы живем в то время, когда в Библии сказано о том, что
много будет всяких лжеучителей, всяких будет мошенников, так скажем, подрелигиозной такой, скажем, ну, скажем, заслонкой такой, знаете, очень много. Потому очень опасно, так сказать, давать ребенка, не знаю, куда давать. Первое, что родители должны знать церковь. Очень хорошо, когда родители знают кого-то, жизнь людей из этой церкви. Это очень важно. Почему? Потому что иногда люди говорят о Боге, говорят там, знаете, о Библии, но они не являются христианами. Оно даже видно, знаете, и по внешнему, и по внутреннему состоянию человека. Вот верующие люди – это те люди, которые, ну, они, как сказать, очевидно, что они верующие. И по внешности, и по разговору, и по жизни, и по воспитанию детей. Вот когда есть такая вот семья или такие верующие, которые знают их жизнь, тогда можно и интересоваться этой церковью. А если человек, как говорится, много говорит о Библии, о Боге, но не внешне, он не живет по библейским законам. Это видно, люди из той серии, которые Библией только прикрываются, но они вообще не имеют веры в Бога. Потому здесь быть осторожно. Второе, еще нужно отметить, что когда мы говорим изучение Библии, то есть Библия, вот Синодальная Библия, Библия и ничего кроме Библии. Вот когда люди говорят, ну, ходите в воскресную школу для изучения Библии. А на самом деле они не Библию изучают, а там какие-то, возможно, скажем, журналы, какие-то там, ну, может быть, еще там книги, кроме Библии. Тогда, я думаю, нужно здесь иметь осторожность, и родителям, ну, нужно, ну, иметь отношения, ну, какие-то взаимоотношения с преподавателями или там с руководителями церкви, что в воскресной школе преподается. Если Библия, то это, ну, да и аминь. Я однозначно понимаю 100%, что нужно знать Библию, нужно изучать. Библия прямо говорит, да не отходит сия книга от уст твоих. И далее написано, и тогда ты будешь благоуспешен в путях твоих. Еще такой, знаете, вот библейский такой, ну, библейская заповедь, пятая заповедь. «Почитай отца твоего и мать, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле», так говорит Слово Божие. Есть еще такая заповедь: «Дети, повинуйтесь своим родителям». А что же Библию изучать в конце жизни, когда Библия вообще-то учит детям начинать свою жизнь с почитания своих родителей? В чем в этом есть благо для человека, долголетие, это есть здоровье для человека. Это не касается только верующих людей. Я даже знаю такие семьи, которые родители вот воспитали своих детей, они почитают своих родителей, и они имеют успех в жизни. Даже, ну, скажем, они имеют успех только в земной жизни. То есть они не будут иметь и успех, там, сказать, в духовной жизни, в вечной жизни. Но в земной жизни имеют успех. Почему? Потому что это заповедь с обетованием. И, конечно, обязательно нужно детям закладывать Слово Божие. Но вот в какую церковь пойти, здесь нужно, должна быть мудрость родителей. Один из, как я уже сказал, что очень хорошо, когда есть примеры жизни людей, которые посещают церковь, и они известны, и тогда можно в эту церковь пойти, нужно поговорить со служителем, родителем, у вас есть воскресная школа, что там изучают, ознакомиться с этой программой, и тогда можно, и хорошо бы, если бы, конечно, дети обучались в воскресной школе. Дякую. Я хочу спитати, а про що зазвичай, можливо, ви, можливо, пастори, да, знайомі вам говорять з дітьми? Які історії з Біблії вони читають і радять читати, да? Можливо, хтось з батьків відкриє Біблію, прочитає. Ну, от буквально недавно у нас пройшов дитячий християнський лагер, у нас була тема «Путь к победе». История бралась, библейская история. На этой библейской истории были и игры, и были различные подделки. История была о том, что как Бог вывел свой народ с египетского рабства и привел к земле обетованной. Интересна была та история в том, что
Бог провел через пустыню через 2 года, но так как Божий народ не был готов из-за страха, маловерия войти в обетованную землю, они еще 40 лет ходили по пустыне, пока не вымерло это поколение, и уже дети вошли. И потому с этой истории мы рассказывали детям о том, что войти было в землю народу Божьему, это было не просто, ну, вошел, а были препятствия, и была даже победа, была победа прежде всего духовная. И на этой истории мы рассказывали детям о том, что детям, чтобы иметь победу, нужно побеждать прежде всего своих врагов. А какие враги у человека? Это лень, это непослушание, это своевольство. И мы у этих детей, в принципе, не только игры организовывали, но вот делая какие-то подделки, помогали детям, были заготовки, и они должны были что-то сделать, приложить терпение, должны, или даже, так скажем, убрать в комнате, там, где они спят, вовремя проснуться, пойти на зарядку, бегать, прыгать. Не всегда это вот, детям нравится. В этом лагере у нас была интересная программа о том, что идолы мешают вот, человеку достигнуть победы. А идолы – это у молодежи, у детей, это их телефоны, в которых они просиживают. И мы просто говорили, вот это вот вам препятствие достижения различных побед. И дети очень активные были, даже некоторые вот на день откладывали телефон, совсем не, ну, скажем, к нему не прикасались, бегали, прыгали для того, чтобы иметь победу, вот знаете, над... ну, своей зависимостью. Но разные могут истории библейские быть, разные лагеря. Есть свой руководитель, который выбирает, подбирает программу, расписывает программу, она расписывается на каждый день, точно так же и в воскресной школе. Но прежде всего мы хотим знакомить детей с основами Библии, в том, что весь мир и вселенную сотворил Бог, человек не случайно появился на земле, это творение Божие, и человек является образ и подобие Божие. Потому человек должен очень ценить свою жизнь, ценить свое здоровье и иметь правильные взаимоотношения с своим Творцом и с окружающими людьми. Дякую. Олександре Михайловичу, дозвольте таке певне особисте запитання до вас. От якби, напевно, ви з самого маличку знайомилися з Біблією, вам читали Біблію, пояснювали Біблію, чи були б ви інакшою людиною? Як ви думаєте? Діло в тому, що я родився в віруючій сім'ї. І мене з дитинства знайомили з Біблією. Я з дитинства ходив в церковь. В это, я бы сказал бы, темное атеистическое время. Хотя как бы законом не было запрета исповедания религии, но сама вот эта программа, атеистическая программа, она буквальным образом, ну скажем, выколачивала всякое понятие Бога у детей. Я учился в советской школе, в которой явно пропагандировался атеизм. Но Библия, если, скажем, и как бы, как по закону не была запретная Библия, но Библию невозможно было иметь. Но у меня была Библия с 11 лет, лично моя уже Библия. Потому знакомство с Библией меня сохранило от многих, я бы сказал бы, пороков в жизни. Я вот сейчас, вот, неся служение в реабилитационных центрах, неоднократно мне приходилось проповедовать в местах лишения свободы. И я понимаю, насколько людям трудно, уже имея такой, знаете, ну, сказать, опыт греховной жизни, как им трудно начинать все сначала, когда они вот некоторые с самого детства уже, даже младенчество, они видели всю эту греховную, порочную жизнь, алкоголь, табакурение, побои, неустройство в семьях, разводы, ну все, потому насколько им трудно, насколько начать новую жизнь.
то по большой, наверное, милости Божьей, Бог меня этого хранил. Закладывали ценность семьи, ценность взаимоотношений, помощи. И все это родители прививали, хотя, ну, скажем, то время атеистическое, это было, ну, нелегко. Нелегко, ну, сказать, быть верующим христианином. Почему? Потому что это было, ну, наверное, против політики нашої бувшої тої ж партії. Зрозуміло. І наостанок традиційно від вас невеличка порада нашим глядачам, яка буде пов'язана саме з дітьми. Щоб достичь успіхів в житті, не обійтись нам без духовних законів. А в Біблії написано такі слова: «Вникай в себя і в учение займайся сим постоянно». Так поступая, себя спасешь и слушающих тебя. В Библии написаны такие слова: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, будешь благоуспешен». Я хотел бы каждой семье пожелать благословения, но не у Бога. Бог нам дал Слово Божие, инструкции для жизни, и не ищите сложностей в жизни, когда они появятся, чтобы искать тогда Библию. Пусть Бог благословит семьи, пусть Бог устроит семьи, чтобы была любовь, согласие, взаимоуважение. Пусть Господь хранит и благословит. Это мое искреннее пожелание для семей в наше непростое время жизни. Пусть Бог благословит. Дякую, Олександр Михайлович. Я нагадаю нашим глядачам, що ми сьогодні говорили про те, що літо – це час, коли можна розвиватися, розвивати свою дитину, і в тому числі в плані духовності. Я думаю, літом не варто обмежувати, так? Цілий рік є для того, щоб вчити і вчитися. І ми сьогодні говорили про духовність дитини. В нашій студії був Олександр Гарькавий, пастир Церкви Євангельських Християн-Баптистів «Добра звістка». Ще раз дякую вам і до побачення. До побачення.